Ради чего нужно ехать в Одессу? Конечно же, ради людей, которые живут в Одессе. Уникальных, неповторимых, колоритных просто до безобразия. С уникальнейшим чувством юмора. Там на перевозе или где-то в старом дворе. И можно встретить тетю Соню, которая точно так же будет рассказывать, как тетя Соня с анекдота. И это прекрасно. То есть в Одессу надо ехать ради одесситов, одесситок и ради концерта «Дизель-шоу», который состоится 24 августа в Одессе.